Мини-футбольный клуб «Тулпар» начал подготовку к новому сезону. 2 недели футболисты будут заниматься в Караганде, далее сборы в Каркаралинске и Иссык-Куле. Сезон стартует 22 сентября матчем за Суперкубок Казахстана. Куатшин Шарбаев подробнее. Первая неделя будет втягивающей для того, чтобы к условиям и климату могли привыкнуть в первую очередь бразильские легионеры. В течение 1,5 часов футболисты занимаются на свежем воздухе. Далее во 2 неделе будут проводиться тренировки по общей выносливости, после чего команда отправится на сборы в Каркаралинск, а в начале сентября на Иссык-Куль. Мы расстались с Жероним, и я уже говорил, что очень такое тяжелое пришлось принять решение. По истечении 3 лет мы разошлись. Жероним продолжит свою карьеру в Чехии. Насколько я сейчас знаю, решили попробовать другой курс на вратарскую позицию. Но пока мы ведем выбор, и это еще связано с квотой на легионеров в нашем чемпионате. То есть есть вероятность, что вообще не будет вратаря. А вот новичок «Тулпара» Тиаго Болинья забивает свой первый гол за новую команду. Правда, пока только на тренировке. Бразильский нападающий 3 раза становился лучшим бомбардиром бразильского штата Парана. Также 2 раза становился чемпионом со своей родной командой. Я много слышал про «Тулпар». Мои знакомые здесь играли и рассказывали об этой команде. Перешел сюда в основном по совету моего друга Талиса, который также играет в «Тулпаре». Также я знаю о противостоянии команд «Тулпар» и «Кайрат». Я постараюсь прервать эту гегемонию алматинцев. Это моя главная задача в новой команде. С адаптацией в новом городе, в котором Болинья в первый раз, Тиаго считает, проблем не возникнет. Футболист уже выучил несколько фраз на русском и планирует выучить игровые термины. Да и помогать новичку с радостью будут его друзья Алекс и Талис. Получится ли проявить себя Болинья в «Тулпаре», узнаем в новом сезоне, который стартует 22 сентября. Куатшин Шарбаев, Дмитрий Оборок, Артем Ковалев, 5 канал.